мир останется прежним. Да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толку от веры в себя да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. Меня спрашивают, что, где я нахожу вдохновение. Такой классический построенный вопрос, но в принципе тот же, да? И я говорю, это просто вдох и выдох. Визуальное искусство, оно все-таки имеет волшебное вот это свойство. Безумное, безумно волшебное свойство. Передача без слов, передача без идеи. Когда ты просто чувствуешь, ты уходишь в этот мир, и ты всегда уходишь в мир автора. Неважно, это музыка, это кино, это литература, любой продукт искусства. Ты уходишь в мир автора. Ты уходишь в состояние автора, в котором он это делал. Меня интересует состояние высокого уровня сознания, когда уже нет меня, нет моей личной истории, нет моих эмоций, страхов, нет моих радостей. Когда есть я, как человек, как человеческое существо, у которого есть сознание. Это то есть субстанция того, что отличает человека от всего другого. Это сознание, которое соединяет нас со всем, что есть вокруг. Вот это состояние мне интересно. Я пытаюсь туда прийти. И с помощью живописи у меня это получается. Для меня это практика, самая эффективная практика. Я пытаюсь дойти до состояния, когда открывается канал и когда начинается нелогичное, вне правильные действия с точки зрения технически. Я не могу их проконтролировать, как я это делаю. Вначале это концентрация, и вначале я могу контролировать то, что я делаю. Я сама еще знаю, как я это делаю. Но потом наступает момент, если он наступает, когда ты не знаешь, почему ты так делаешь. Ты делаешь то, что нелогично, то, что в принципе должно делать неправильно. Это не должно получиться. Это как сочетание ошибок, то есть ты делаешь ошибки с точки зрения технической, но ты делаешь их одновременно, несколько. Что они во взаимодействии друг с другом становятся гармонией. И вот это как раз сочетание нескольких ошибок создает движение. Оно создает динамику. И тогда картина может ожить. Картина живет. Если это глаза, которые начинают смотреть на тебя. Ты понимаешь не что-то конкретное, а ты понимаешь все одновременно. Именно все одновременно. Там кроме любви ничего нет. Это любовь и благодарность. Просто любовь и благодарность. Путешествие для меня это попадание меня в место, где меня вокруг другие зеркала. То есть, когда ты попадаешь в новую страну с новым менталитетом, ты себя видишь совершенно по-другому. Оказывается, это ты, это совсем не то, что ты думал о себе. И когда ты делаешь это часто,
Ты оказываешься в разных местах, у тебя разные люди вокруг, ты смотришь в разные глаза, и ты видишь себя совершенно в другом отражении. Во всех этих отражениях ты доходишь до сути своего существа. И это интересно. И ты проникаешься в суть. А что же не меняется? То есть, когда ты оказываешься, к примеру, в Тибете, где люди совершенно живут в других условиях, и где становится не просто неважным, какие твои качества, а там эти качества, их там просто не существует, их там невозможно применить, то остается какая-то субстанция, которая не меняется в любых условиях. В путешествиях по большому счету ускоряешься. Ты ускоряешься в несколько раз. То есть ты проходишь то, что ты должен пройти, но ты проходишь это быстрее, намного быстрее.
Самое большее, что на нас влияет, это даже не солнце. Это человек на человек. И человек, когда находится рядом с тобой, ты его даже видишь, у тебя уже к нему возникают эмоции. То есть ты уже с ним взаимодействуешь. И о том, и то, что он думает, на тебя влияет. Особенно, когда ты практикуешь отдаление и молчание, ты это прям ощущаешь. Любое столкновение с людьми ты ощущаешь очень явно, насколько у тебя начинается взаимодействие. Если ты долго находился без людей и молчал, и ты видишь человека в полкилометрах, ты ощущаешь свою связь с ним. Это не просто так люди уходят в горы, куда-то в отдаленное место. Это хороший опыт именно для отдаления себя от чужих мыслей. Потому что у нас все мысли, которые мы считаем своими мыслями, это не наши мысли, это общие мысли. В том кругу, в котором мы находимся, то мы и думаем. Это, кстати, очень легко проверяется в путешествиях. Очень многое, то, что нам казалось невозможным, даже не то, что невозможно, мы не могли это представить. Мы не могли представить, что так можно жить, что так можно думать, что так можно смотреть. Или так можно делать какие-то простые действия. У нас не было возможности это представить. Потом мы перемещаемся в другую страну, и мы встречаемся с вещами, которые просто, казалось, не могли существовать. И мы привыкаем, и мы смотрим, что все вокруг такие. Потом, когда мы возвращаемся в нашу прошлую жизнь, нам кажется очень странным, как там живут. И дальше у тебя есть выбор. Чем больше ты видишь, тем больше вариаций у тебя есть, тем лучше твой вкус. Потому что это естественно. Ты, в общем-то, практикуешь свой вкус. Он у тебя созревает. И дальше уже с этим ощущением ты выбираешь, а как ты действительно хочешь. Потом уже наступает еще один уровень, когда ты уже не выбираешь, просто идешь в потоки, и ты просто попадаешь в самое лучшее, без выбора. Просто оно случается. То есть отпускаешь, и оно случается. То, что ты даже не мог себе пожелать. Есть как бы момент, когда ты можешь желать, у тебя есть для этого возможности, и есть для этого вот эта ширина взгляда, которую ты сам себе организовал с помощью опытов. А потом у тебя начинается следующий уровень, когда ты просто перестаешь желать, потому что ты понимаешь, что ты не можешь пожелать. Так, хорошо, просто так волшебно, как это может случиться. И когда у тебя есть уже этот опыт, что ты видишь, что как бы ты ни желал, ты не придумаешь для себя так хорошо, как оно может случиться, если ты не будешь желать. Просто перестаешь желать. Расскажите, пожалуйста, про свой путь. Я еще на нем. Он у меня не закончился. Но самое главное, что я его нашла. И об этом мне говорит пространство вокруг меня. Люди, которые меня окружают. А главное — мое внутреннее ощущение, которое подтверждает ежеминутно, ежемгновенно, что я на своем пути. Это ни с чем не перепутаешь. Это как когда влюбляешься. Точно знаешь, что ты влюбился, что ты... Так же с путем. Если ты его находишь, то ты понимаешь, что это оно. Этот путь идет у меня через живопись, через путешествия, через практики. Последнее открытие красивое — это фридайвинг, когда ты ныряешь на задержке дыхания. То есть ты работаешь со страхом смерти. Ты живешь без дыхания. То есть ты сознательно отключаешь свою основную функцию жизни — это дыхание. При этом ты живешь.
когда ты оказываешься в воде, эта толща воды, она забирает твои мысли. И не только твои. Мысли всего этого мира. Всех людей на этой планете. То есть у тебя отключается ум, отключается тело, потому что ты убираешь основную функцию, это дыхание, у тебя остается сознание. Что в тебе находится всегда, и то, что никак не связано с ограничением этого тела. Когда ты падаешь после 15 метров, начинается невесомость. Ты просто падаешь. И вот это состояние невесомости, оно тебе напоминает. Напоминает о том, кто ты. Это состояние есть в ваших картинах? Все, что со мной происходит, есть в моих картинах. Все опыты, которые я прошла, они, конечно, отражаются на всем, что я делаю. Одна из любимых практик — это суфийское кружение. То есть, когда мы кружимся просто вокруг себя, мы все это делали в детстве, и все почти перестали делать это сейчас, боясь упасть. Хотя почему-то в детстве мы не падали. И сейчас мы не будем падать, если мы просто начнем. И вот, крутясь вокруг себя, ты понимаешь, что мир крутится вокруг тебя, а ты стоишь на месте. Как будто бы твое тело, оно кружится, ты же кружишься. У тебя происходят движения динамические. Но ощущение абсолютной центровки, ощущение остановки. И это ощущение усиливается, чем дольше ты крутишься. И вот это наблюдение за тем, как все вокруг кружится, вокруг тебя, но ты никогда никуда не идешь. Из самых стабильных практик, если можно их так назвать, это встречание рассвета и это провожание солнца. То есть я встречаю солнце и провожаю солнце. И стараюсь жить в таких местах, где я прям с кровати могу наблюдать и то, и другое. Поэтому обычно у меня все мои студии находятся в таких местах, где есть обзор хотя бы 180 градусов. И куда попадает солнце. Искусство — это все-таки когда это путешествие идет к Богу. Не от Бога, не в разбирание своих страхов, комплексов, ну вот этой всей индивидуальной истории, а все-таки вне индивидуального, когда оно идет в эту субстанцию. Кто мы действительно? А что это вокруг? В это попытку понять, кто мы. Ну, такой вот вопрос. Знаешь ли ты ответ? Да. Вечно кусвата тебя, ланьяро то нунтия до суа.